С момента развода музыкантов Игоря Николаева и Наташи Королёвой прошло уже 22 года, но только сейчас певица раскрыла причину их разрыва. Об этом сообщает телепрограмма. Так, брак звездных супругов длился 13 лет, и поклонники были уверены, что в семье царит гармония и счастье, но внезапно артисты сообщили о расставании. Многие были шокированы и не понимали причин. Оказалось, что Николаев заскучал в браке и закрутил роман с концертным директором. Хранить интригу он не стал и честно признался жене в измене. Королёва целый год пыталась спасти брак, но поняла, что муж не собирается что-то менять, поэтому приняла решение о разводе. «Разъехаться предложила я. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась», — разоткровенничалась она. На данный момент Наташа Королёва счастлива в браке с Сергеем Глушко, а Игорь Николаев — с Юлией Проскуряковой.